Экологические службы края выявили ряд серьезных нарушений в работе Черемновского завода. Исследования Роспотребнадзора показали, что предприятие по переработке сахарной свеклы регулярно сбрасывало отходы производства в местное озеро. Поводом для проведения проверки послужили жалобы местных жителей Черемного. Люди сообщили, что поселок постоянно подтапляют сточные воды. На всю округу стоит резкий неприятный запах. Да и рыбу ловить уже не приходится. Есть ее невозможно, слишком сладкая. Ну вот, что-то большим напором сливается в озеро. Я не думаю, что это чистая вода, которая не вредит озеру. Тут вот с пеной даже все выходит. Лабораторные исследования показали, что уровень вредных веществ в воде превышен в несколько раз. Теперь предприятие за незаконные выбросы ответит в суде. Роспотребнадзор передаст материалы проверки вместе с исковым заявлением.